Почти на 20 миллионов рублей увеличилось финансирование санавиации в крае. В прошлом году Хабаровский центр медицины катастроф совершил 603 полета. На это ушло 613 миллионов рублей, часть из которых врачи получили в качестве доп. Финансирования. В 2023 году на санавиацию из краевого и федерального бюджетов выделено 630 миллионов. На что идут эти деньги и как врачи центра медицины катастроф помогают мобилизованным, расскажем в следующем сюжете. Так, диагноз — острый инфаркт миокарда. Хорошо, принято. Диспетчеру Хабаровского центра медицины катастроф поступил звонок из Амурска. Полетит ли туда вертолет, чтобы доставить пациента в Хабаровск, врачи санавиации и первой краевой больницы решат после онлайн-консультации. Сейчас медики собираются на вылет в поселок Новый Ургал. Там пациент с таким же диагнозом – острый инфаркт миокарда, которому необходима операция. С собой берут необходимые для реанимации препараты, теплое одеяло, носилки и транспортный аппарат ИВЛ. После того, как эпидемия ковида прошла, у нас появилось оборудование, в том числе очень современное, которое, скажем так, о котором мы давно мечтали. И оно у нас появилось в наличии. И сейчас как бы все у нас есть. В течение полутора часов мы должны прибыть на борт воздушного судна, пока оно готовится, пока оно разогревается, пока его подготавливают, и вылететь на место. До Нового Ургала лететь 1,5–2 часа. К вечеру пациент будет в операционной первой краевой больнице. Такой перелет центру медицинских катастроф обходится примерно в 1 миллион рублей. В январе медики санавиации совершили уже 14 рейсов. Всего центру в этом году выделено 586 миллионов рублей. На 20 больше, чем в прошлом году. Топливо подорожало, чаще стали летать в северные районы. Мы контракты все оформили, год начался как бы с полетов. Финансирование к концу года по федеральной программе у нас увеличили. Естественно, как бы это улучшает обстановку, как бы и дает спокойствие о том, что как бы мы в дальнейшем финансовый год будем продолжать более-менее спокойно. Но прогнозировать наши санитарные вылеты, вы сами знаете, как это очень трудно делать. Оборудование для бригад санитарных воздушных судов Хабаровский центр медицины катастроф обновил в прошлые 2 года, когда было очень много перелетов с ковидными пациентами. Сейчас хотят модернизировать учебный класс по оказанию первой медицинской помощи. На его базе проходит обучение не только штатных специалистов различных ведомств, но и в частности сейчас мобилизованных хабаровчан. Извлекаем иглу, слышим воздух, который выходит из раны. То есть он должен на самом деле уходить прямо с шумом. Как можно спасти жизнь человеку при повреждении легкого? Олег Травкин показывает военнослужащим, которые скоро отправятся в зону проведения СВО. Здесь они учатся накладывать повязки и жгуты, проводить сердечно-легочную реанимацию и вспоминают основы оказания медицинской помощи. С осени прошлого года такую подготовку, в том числе и на учебных полигонах, прошли более 400 мобилизованных. Здесь привносятся именно новые элементы, как эвакуироваться именно из красной зоны, то есть там, где происходит боевое соприкосновение. Это важный навык для того, чтобы спасти жизнь. Далее мы говорим о том, какая статистика сейчас на самом деле для нас важна. Важно для нас правильно и своевременно остановить кровотечение. Поэтому каждый раненый должен не терять ни секунды, уметь правильно, грамотно накладывать для себя жгут. Кроме военнослужащих, много и других желающих, которые хотят научиться оказывать первую медицинскую помощь. Особое внимание инструкторы обращают на правильную эвакуацию при различных катастрофах и терактах. Марина Рожко и Максим Артюков. Смотри Хабаровск.